Всем бум, дорогие друзья, с вами я, Комитенти, и сегодня будут новости о том, что будет ожидаться на следующей неделе, возможно, наверное, я так не думаю. Но я вам расскажу о новостях, которые будут, и вещах, которые будут в будущем. Первое, это о том, то, что скоро будет анимация про мистика и лагера. Вот, мое приветствие. Кто создал эту анимацию? Наверное, многие подписчики мистика и лагера знают эту песню. Всем привет! Вы готовы поменять свое мировоззрение? Готовы ли убить себе своего зло? Некоторые подписчики знают эту песню, но если вы обратили внимание на лаги, то все дело в том, что у меня три устройства включены. Это мини-эмиматор, это программа для записывания видео, которая взломала, чтобы я больше времени мог записывать. И Майнкрафт, о котором я расскажу еще кое-какую новость. Данную анимацию сложно делать. К тому же, некоторые, те, кто делают анимации по мини-эматору, заметили, что такая модельки и все такое более 3D-шная. Сразу говорю, я использовал вот этот вот мод, и у меня столько раз вылетал аниматор, из-за этого не сохранял, и всё. Итак, еще новости про, плюс ко всему этому, из-за этого мода у меня из-за шейдеров такой FPS. То есть, когда я нажму на эту кнопку и создать анимацию, все будет шейдерами, и, наверное, целый день, наверное, она будет все это фигурироваться и все такое. Стоп. А! Просто я на секунду подумал то, что сейчас... Сейчас хоть один FPS, но это всего лишь там фото. Сейчас я работаю над... И я так настройки подкорректировал, то что даже... Как будто бы это сделано не в самой программе мини-эматор, и я подкорректировал немного настройки. Настройки и теперь... Как в серьезной анимации, все так. Ну, сейчас мы переходим к чему, дорогие друзья? Правильно, к Майнкрафту. Нажимаю. А это еще что? Ошибка. Если у меня крашнется Майнкрафт, то я просто охренею. О, все работает. Так вот, Майнкрафт все-таки крашнулся, и когда я повторно записал, у меня, оказывается, запись вся вылетела, но не суть. В общем, в данной карте я позаботился над самое главное в моей карте — дизайн. Вот, например, я вам сейчас покажу того, чего я... Должен был начать, это... Вот это вот карта... Тут, скажем так, троллинг для лагера. Хотя тут в прямом смысле. Объясняется, не работает.
Я только там Toggle Talon Fall писал. А ты еще откуда тут, Алиса? Toggle Talon Fall. Я только что писал Toggle Talon Fall. Я это сказал. И на Toggle Talon Fall отзывалась Алиса? Не суть. Опять 25. Ну, в общем-то, на карте я поработал над дизайном. Лодку куда-то он начал уплывать. Сейчас поставлю на место. Вот так. Как вы видите, я поработал над дизайном, и если они хоть кто-то из них попробует считерить и поумничать, я уже пробовал читерить, я сразу вниз падал. Если спустимся, там куча лодок. Это испытание еще строится. Тут появятся лошади, и они будут на них скакать. На конях. А тут, по сути, я не знаю, пока думаю, либо элитры, либо что-то другое. Ну, в общем-то, я еще тут поработал над некоторыми испытаниями. Сейчас я вам покажу. На паузу я не ставлю, потому что как только я нажимаю F1, у меня Майнкрафт весь компрессируется, и запись просто приостанавливается. Не просто приостанавливается, а крашивается. Вот тут в дропере. Пер и... Сразу скажу. Дизайн я поработал на славу. Если вам нравится, ставьте... Если вам нравится, ставьте лайк. Ну, в общем, скажем так, начало. И тут сразу снова троллинг для лагера. Не работает. Шепчет вам. Не работает эта хрень. Начать проходить карту. Тут на картине. Картинная галерея. Красивый столб. Красивый кактус. И вот тут все испытания. Паркур, дропер, слип, в общем, гонки. А это секретное. Но сразу говорю, это связано. Хотя я не буду говорить. TNT Run, PvP, TNT пушки. Да, они тут будут строить пушки и все такое. Концовка. И если что... На испытание с вопросиками можно найти рычаг и пасхальная комната. Там одно испытание, там они должны посмотреть мою анимацию, и по анимации там будут вопросы. Наверное, самый красивый на данный момент это паркур. Вот такой вот дизайн паркура. Все это делал я. Труднее всего было, наверное, со стеклом возиться.
Ну, если честно, я быстро все это делал благодаря одному моду, который, если я нажму всю правую кнопку мыши, все это местность, все вот эти вот линии заполнятся блоками. А что? Никто не говорил то, что нельзя использовать моды для того, чтобы построить карту. Они телепортируются сюда. Такой дизайн. И я вам сейчас могу рассказать про Windows Tale. К сожалению, я не написал ни одной странички, ни одной строчки или что-то в этом роде. Но я все придумал и придумал я примерно и все, все этот комикс, вся эта книга у меня в голове. Я уже придумываю второй сезон. Ну, если что, будут кое-какие спойлеры, но насчет персонажей. И насчет второго сезона тоже. Хотя у меня даже первый не вышел. В общем, Windows Daily есть персонажи. Это Эрарсон, Баг Папайрус, Программ Фриск и Антивирус Андайн. И еще My Doom Guster. А во втором сезоне, конечно, появится так, Хим Санс и Бетта Бетти. Ну так, которая с розовой душой безумная и все хочет убить. И вот так вот. Ждите, скоро все будет. Кстати, в правом верхнем углу. Я придумал кое-какую фишку. Я не буду писать, потому что у меня первое это трайбан. Бан по-русскому. Второе это у меня лень. У меня появилась идея, я просто делаю аудиокнигу и все такое. В правом верхнем углу высветится подсказка, делать не аудиокнигу или же обычную книгу. Ну что ж. Вот так вот. Если вы... Или что, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Увидимся в следующей анимации или же в следующем видео. Всем удачи и всем... А, еще кое-что. Скоро выйдет серия по крушению. И всем приятного взрыва эмоций. Всем пока.